Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Мы находимся с вами в самом начале Невского проспекта. Это Невский, дом 5. И направляемся в магазин. Этих магазинов очень много в городе, магазин петербургских котов. Но мы с вами идем именно на Невском 5. Спускаемся в подвальчик. И что мы видим? Это самые разные котики. Перед вами наволочки гобеленовые. Посмотрите, какой интересный котик. Это авторские работы. Чуть позже я вам покажу, что я купила в этом магазине. Стоит посетить. Много интересной информации. Даже можно купить книгу. Это сумочки. Они дорогие, тоже авторские, кожаные. Около 5000 рублей стоят такие сумочки. И из шерсти есть котики, и из керамики, и из глины. Красивый магазин. Хорошие продавцы-консультанты в этом магазине. Мне много что понравилось, но все купить невозможно. Очень понравились из глины коты. Календарик можно купить на 2023 год. Картинку в рамочке. Часы. Часы тоже разные. Огромный выбор часов. Вот они, эти коты, которые мне понравились. Особенно понравились влюбленные коты на лавочке. Коты, кошечки, котятки. И в лодке, пожалуйста, вам котики. И на лавочке. Есть и аксессуары. Керамика. Керамика тоже авторская. Тарелочки в виде котов. Сувениры, котики, статуэтки. Озвучиваю ролик. На фоне звуков вы слышите телевизор, но думаю, что это не мешает. Я хоть и в другой комнате, но звук слышен. Муж не выключил телевизор. Ну и давайте же посмотрим на котиков. Я с удовольствием полюбовалась этими котами. Сдержалась, чтобы не купить из глины. Они очень тяжелые, но они такие классные. В следующий раз, если я приеду в этот замечательный город, я куплю этих котиков себе. Ну а пока у меня только фарфоровый котик императорского фарфорового завода. И я очень-очень рада, что его приобрела. Помимо котов, здесь есть и мыши, и другие куклы авторские. Ну и давайте же посмотрим на эти тарелочки. Я позвонила своей тете, она любит творчество Пушкина, и у нее есть статуэтка ЛФЗ Пушкина. И прислала ей вот это фото, и она купила себе вот эту тарелку. Это авторская тарелка, автора вы видите. А я купила себе наволочку с этим же сюжетом. И она будет у меня на диване в той комнате, где обои стрит. Кто не видел, посмотрите. Еще раз тарелочка. До встречи, дорогие друзья. Пока. Мы с вами обязательно увидимся. Пока.